Международный культурологический проект Ассамблеи народов Казахстана «Беседы на шелковом пути» в этом году посвящен 25-летию независимости нашей республики. Участники – это эксперты из Казахстана, России, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, побывают в разных знаковых местах Алматинской области. Там они проведут традиционные встречи в форме доверительной беседы. Цель проекта – укрепить связи между странами и народами Центральной Азии, а также сохранить общекультурные и общеисторические ценности. Оглянитесь, посмотрите, что творится в мире, и вы поймете, вот лучше нашего Казахстана, эти горы, этот воздух, это солнце, это незаменимо. И я хочу, чтобы многие страны брали пример с Казахстана.